Я вот. Здесь. Отлично. Просто представляешь, видимо, когда в парень эфир, даже нету таймера о том, через сколько, ну, закончится. Я еще удивился, думаю, неужели дольше часа? Да, странно, странно как. Вот, еще подождем маленечко? Минутку. Давай чуть-чуть, да, подождем. Я дорасскажу. Ребят, пишите, пишите, да, пока вопросы, которые мы не ответили. Писать, потому что прошлый час. Эфир, и мы бы все равно все не успели прочитать. Сейчас мы полностью вам предоставлены и будем отвечать только на ваши вопросы. Вот, я хотел сказать, что и вот в этой вот в комнатушке маленькой мы там пытались втроем уместиться, и в принципе там было очень прикольное такое окно, потому что вот эти проемы от окна, они, поскольку свет поступал, да, сверху в само окно, еще эти проемы, они отражали свет, и такое ощущение появлялось, что и висит как будто софтбокс, и по бокам еще два стрипа. У меня есть фотография такая, где Аня завернута в плед такой, в клеточку какой-то, он там серо-красный. Вот, вот мы снимали там как раз на обучении моем. Ты знаешь, Саша, у меня очень часто бывает такое, что я на каких-нибудь воркшопах, на своих, на обучениях снимаю действительно крутые кадры, потому что, видать, степень социальной ответственности выше. И новое место, Леша, новый свет. И, может быть, вот это и еще. И выкладываешься, да, больше, чем на своей съемке. Есть. Я в Воронеже был тоже, у меня был воркшоп в Воронеже, Sony организованный, года два назад. И тоже я там снял таким, так я чудесный свет там оконный подобрал. Я сам потом пытался в Москве это повторить, и у меня не очень получилось. То есть реально новое место, и вот аккумулируешься ты весь, да, то, что у тебя там 100 человек за плечом стоит, смотрит, слушает, и ты, то есть пинок как сам себе даешь вот этим испугом, вот этим волнением. У меня такое было тоже и на фотофестивале, когда просто были отвратительные условия съемки, и там мне организаторы написали, что в холле огромные окна, но никто не сказал, что за этими окнами соседние крылья отеля. То есть там получается, что соседнее крыло, соседнее здание напротив там в 3-5 метрах было уже, и света не было от неба вообще никакого. Благо, был снег в Питере, и я снимал не от окна, а как бы была такая дверь, которая выводит во внутренний двор, да, и она была стеклянная полностью вся, и хорошо, что под этой дверью лежала просто куча снега, и, в общем, фактически я фотографию снял от света, переотраженного от этой кучи снега. У меня есть фотография с Катей, можно, из Питера, можете посмотреть на фотофестивале, где тоже такой, знаешь, и стресс, и ты понимаешь, что на тебя смотрит там 150-200 человек, тебе нужно как-то это, ну, как-то мобилизоваться, да, и что-то сделать, потому что, ну, выбора другого просто нет. Я там и софтбокс попросил, но я его так и не взял в руки, в общем, от этой кучи снега я снял все-таки нормальный портрет, который даже себе добавил в портфолио, и, естественно, который даже с Катей, по-моему, одна из моих любимых фотографий стала. То есть такое тоже бывает. Так, давай я прочитаю какой-нибудь вопрос нам еще. Так. Нет, ребят, не вылетело, просто час прошел, а таймер не показывался, и я думал, что, может быть, дольше будет. И просто отрубилось. Я сохранил, все нормально. Так, Александр, ваше впечатление от Tamron 2875 на Sony Alpha 6400. Есть ли у вас пример портретов на этой комбинации или APS-C не лучший вариант для портретов? О, Саш, давай, это твоя любимая тоже тема, расскажи. Ну, тема на самом деле не очень любимая, потому что все-таки я считаю, что техника вторична весьма. А самое главное – это ты сам и твои руки. Вот. Но отвечу, потому что у меня есть 6400, и у меня есть и Tamron 2875. Так, камера отличная. Да, там старая матрица, там матрица лет 4-5. Там, если вы хотите там такого же минимальности шумов, как на фулл-фрейме, то ее не будет, но в плане автофокуса, в плане цвета, в плане удобства она реально отличная камера. Если взял ее резервной камерой, на всякий случай, на ответственные съемки. То есть, если вдруг что случится, я знаю точно, что я досниму 6400. Вот на последнем мастер-классе у меня недозаписался почему-то файл на карточку, на мою A7M3. И хорошо, что у меня была 6400, я с ней ей запросто доснял. И доснял так, что никто потом по фотографии не понял, что я снимал это на кроп. То есть, реально, ну, как бы сказать, не каждый далеко разберет. Да, невооруженным глазом, где снято на кроп, где снято на полный кадр. Потому что реально современные камеры очень хороши. И кропнутые, и не кропнутые. Да, по телефону-то, вот сейчас смотрите эфир, да, вот еще 10 лет назад представить, чтобы такого качества была картинка, там снятая на обычный недорогой даже телефон, невозможно. Поэтому если у вас стоит выбор full frame и кроп, и у вас нет достаточно денег на полный кадр,
смело берите кропы и снимайте кропом. Я считаю, технику нужно менять только тогда, когда вы упираете свою возможность. То есть вы будете снимать какую-то там ответственную вещь, коммерцию, поймете, что у вас что-то не то там, вот тогда вы продаете и покупаете новую камеру. То есть я именно тогда менял технику, когда я понимал, что я уперся в ее возможность, она мне не дает что-то сделать, что даст другая, новая техника. То есть вот покупал я свой полный кадр, когда я начал снимать свадьбу. Потому что кроп у меня был медленный, попадал плохо, и цвет там был ужасный. И вот после полного кадра мне стало все гораздо лучше. Так, про Tamron. Tamron тоже очень неплохая линза, за свои деньги по отношению, сколько сейчас стоит, да, оптика современная. Сами видели с этим курсом доллара, с этой экономической ситуацией. Поэтому хорошая связка, я бы смело ей снимал и в студиях, и какие-то коммерческие вещи. Но если вам нужна светосила, посмотрите на 51.8. На кроп он будет то же самое, как 85 мм на полный кадр. То есть, если вам нужна универсальный зум, покупайте зум. Если вам нужен светосила и фикс, и вы снимаете творчество, которое не требует какой-то спешки, то вполне подойдет 50 мм, который на кроп на 6400 тоже достаточно хороший, тоже у меня есть. Я им сейчас снимаю. Вот так. Мне очень нравится 55.1.8. Я купил себе. Да, 51.8. Но я не взял, потому что у меня редко съемки на 50 мм, и он и дороговат для меня. Я взял 51.8 для полного кадра, и для откропа у меня тоже остался. Он вполне хорош, он стоит что-то в районе 15 тысяч, и достаточно неплохо. Рисунчик у него хороший, но он мягкий на 1.8, но зажимать его нужно до 2, где-то F2 надо ставить. Чтобы, если вы хотите резкости добиться. Но опять же, когда вы снимаете поясной портрет или портрет хедшот, диафрагму так и так вы будете зажимать точно больше двух, там 2.8, 3.5 и даже 5.6, чтобы все, что нужно, попало в резкость, чтобы оба глаза, и дальний, и ближний, если модель в полуоборот стоит. То есть... Да, Леша. Ну и плюс еще на 50 миллиметров, в принципе, специфически снимать, на него нужно уметь снимать. Потому что искажение тоже очень легко промазать мимо того места, где ты сфокусился изначально, потому что минимальный сдвиг тебе приведет к тому, что у тебя фокус уйдет. У меня еще парит больше искажений. То есть все-таки это достаточно широкоугольный для классического портрета, поэтому я предпочитаю 85 и даже больше. Но сейчас в основном у меня 85 стоит. Ну, ты знаешь, я снимал на 55 много и на 50 снимал. Крупных достаточно планов, да. То есть такая вещь более творческая уже, скажем, недостоверная, да, по геометрии, например. Но поиграться им можно, поэтому я купил. Я не часто на него снимаю, но, например, на каждой съемке я могу что-то достать, там, попробовать на него снимать. И, в принципе, у меня достаточно фотографий на 50 миллиметров. Поэтому так я стараюсь всегда, чтобы у меня полотенник был под рукой. Просто я не совсем согласен, когда, например, как первый объектив, да, фотографу, особенно там в фотошколах, очень часто рекомендуют полтинники. Просто никто не говорит, что на них снимать, например, трудно и очень легко по фокусу промазать. Леш, они, может быть, рекомендуют их на кроп, потому что у новичков, как правило, кроп камера, поэтому на кропе полтинник, да. 75 миллиметров, а на Canon 80, по-моему, там 1.6 кроп-фактор, да. Вот, поэтому, может быть, на кропе-то и полтинник самое оно. Вот. Согласен, поэтому согласен. Ну, в общем, просто специфический объектив. Имейте в виду, если вы мажете, то добавьте туда еще и просто, что это фокусное расстояние такое, да, помимо всех моментов, из-за чего можете мазать там руки, выдержка, там бэкфронт фокус и так далее, еще добавьте сюда обязательно, что это все-таки 50 миллиметров, и на него действительно своеобразно нужно как бы учиться снимать. Вот. Денис Дрожин пишет, как жить. А что ты скажешь? Да. Живем, как Денис. Как умеем. Так, лучше А7-2 для портретов, чем 6400. Хороший вопрос. А7-2 все-таки медленная очень камера, честно вам скажу. По скорости трешка гораздо быстрее, но даже она медленнее 6400. 6400 там стоит суперсовременный автофокс, который стоит в А9. Вот, поэтому... Разница есть в чем? Ну, смотрите, если вы снимаете постановку в студии, как мы снимаем, вполне возможно, что вам и А7-2 получит, по скорости автофокуса бы сошел. Но точности там мало, честно вам скажу. У тройки фокус по глазу, и он почти не промахивается. 6400 он вообще не промахивается. То есть я снимал на даче, вот сын мой со своим другом бегают, качаются на качелях от меня на меня. То есть очень сложные условия, и он держит ребенка постоянно в фокусе, и промахов практически нет. Там не промахи, там смазы бывают от того, что в движении выдержку надо более короткую ставить и ИС поднимать.
Саш, еще вот. Насколько я знаю, что 6400 ISO, да, слабоватенькая? Вот в плане... Да, слабоватенькая, там стоит старая матрица, да. Ну как слабоватенькая? 1600 можешь смело снимать. Да, ты найдешь там шум, если увеличишь, но я не фанат искать шумы и какие-то косяки. Ну да. Я считаю, что если ты поймал хороший свет, нашел классные модели, шедевр ты снимешь и на бюджетную камеру. Честно. Ну, как и все, в принципе, исторические, большинство исторических, да, конечно. Фотографий были сняты на спичный коробок, как я всегда говорю. Так что 6400 более такая современная, я бы сказал, технологичная, поэтому даже лучше я бы ее взял, чем А7-2, потому что у меня было А7-2, потому что у меня было А99 Sony, и 15-20% из студии я приносил с промазанным фокусом. И очень часто это обижало, и, потому что понимаешь, что кадр крутой, а фокус на носу там или на ухе вместо глаз. Вот. Ну, поэтому иногда это... можно и применить правило «забей» и просто учитывать то, что... Ну, если только чуть-чуть, Лех, если там совсем не... Но все равно, если явно видно, что у тебя ухо резкое, а глаз не резкий, я такой не выучу. Хотя, слушайте, на конкурсах, я был на церемонии в Лондоне Sony World Awards, и там была серия арабская. И там два кадра из серии были реально мимо фокуса, и серия это выиграла. То есть реально жюри, вот как Леха правильно говорит, они такие достаточно субъективные люди. Многие из них вообще не знают, да, что такое глубина резкости. И, то есть они какие-то авторитеты там, в творческом мире, да, какие-то там кураторы выставок, да, и их зовут просто как то, что у них реально взгляд на качественные вещи. Вот им твой глаз не в фокусе, их не испугает, и они тебе поставят пятерку там, при голосовании. Поэтому, может быть, и да, если уверены вы в том, что кадр вы сняли очень крутой, а загвоздка только в фокусе, то выкладывайте смело и не переживайте. Ну, или я говорю, посмотрите работы тех же самых, там, какой-нибудь Джули Кэмерон или Пауэр Роверси и попробуйте найти там резкость в нужном месте. Ну, да. Вот, так. Вопрос мне пишут. Алексей, подскажи, пожалуйста, имеет ли смысл профессионально снимать в двух или трех направлениях? Мне очень симпатизирует и пейзажная съемка, и портретная. Не исключаю свадебную, или это неэффективно. Но если у вас хватает ресурсов, времени и запала, самое главное, можете хоть 50 направлений использовать. Более того, вообще, когда ты занимаешься фотографией какое-то время, да, и, ну, скажем, доходишь до определенного момента, ты понимаешь, что все жанры просто размываются, и тебе пофиг, как это называется. Ты можешь снимать все, что угодно. Более того, я в последнее время сам заглядываю на пейзажики, на всякие, и с удовольствием хочу продолжать это снимать. И сейчас все поездки планирую с учетом того, что я обязательно хочу еще что-нибудь, ну, там снять, пейзажного попробовать. Я понимаю, что я, может быть, буду немножко меньше развиваться, чем в портретной фотографии, потому что не так часто буду снимать. Но, тем не менее, мне интересно. И также, например, как случилось летом, мне было также лень снимать людей, я просто стал всякие, например, там цветочки, какие-то натюрмортики снимать. Поэтому, конечно, имеет смысл. Главное, просто себе заборы в голове никакие не ставьте. Да, это все ограничения, все границы мы сами себе придумываем. И если вы хотите, действительно, у вас есть запал, пожалуйста, снимайте. Есть много фотографов, которые фотографы-универсалы, и которые много что могут вам снять. Хоть предметку, хоть свадьбу. Поэтому, пожалуйста, я считаю, хотите, делайте. Это самое важное. Если ты получаешь удовольствие, Денис, то, конечно, снимай. Весь кайф – удовольствие. Мы с Лешей покупали камеру, не деньги зарабатывать, честно скажу, а именно кайфовать и от результата, и от самого процесса съемки. То есть тут дело не в деньгах и не в каких-то там успехах, а именно ты получишь от этого удовольствие, и это самое главное. Пусть там тебя критикуют, пусть ты не нравишься там кому-то. Если ты кайфуешь от этого, это ты, значит, попал в точку и занимайся этим и дальше. Конечно. Вот, Саш, смотри, интересный вопрос написали. Есть каста коммерческих фотографов, которые продвигают идею о том, что вдохновение и тяга к искусству мешают развитию и зарабатыванию денег в целом. А вы как считаете? Ну, могу я ответить тогда пока раз. Я считаю, что если этим людям это мешает, то это их проблемы только, потому что, во-первых, мы фотографии не первостепенно не для зарабатывания денег. Более того, я вам хочу сказать, все успешные люди, все миллиардеры и все люди, которые уже чего-то достигли, да, грандиозных каких-то успехов, вы думаете, они по-прежнему ради денег утром встают с постели и идут на работу? У них уже столько денег, что им на 5 поколений они не смогут эти деньги потратить. Вы считаете, что они ради денег сейчас живут и что-то делают, они, естественно, все это делают за какие-то идеи, за высшие цели, для того, чтобы поменять мир, например. Поэтому я считаю, что если вы занимаетесь каким-то занятием ради денег, то это не ваше, это
Это ваша работа, за которую вы будете, опять же, ну, получать только деньги и не получать никакого удовольствия. Поэтому, вы знаете, тут вопрос такой, очень, я считаю, ну, субъективный. Может быть, кому-то и тяга к искусству зарабатыванию денег мешает. Я считаю, мне ни одна тяга не помешала зарабатыванию денег, и ни одно зарабатывание денег мне не помешало никакой тяги к искусству или к чему-то еще. К, там, к интересным людям, к путешествиям и ко всему остальному. Я считаю, всегда эти вещи всегда идут параллельно. Если ты начинаешь что-то делать хорошо, тебя это настолько притягивает, и ты действительно кайфуешь от процесса, то деньги так или иначе, у них просто не будет выхода, и они тебя найдут и придут к тебе. Если ты не будешь, конечно, от них отказываться. Потому что у нас в нашем менталитете русском есть еще такое, что не все могут деньги брать. И не все могут брать деньги такие, которые они действительно хотят. Даже когда им предлагают, например, я просто сам, Саш, пару раз сталкивался с таким, когда мне за съемку давали больше, например, чем я просил за это, и первая мысль была сказать, не надо, мне не надо больше, чем, а потом просто я понимал, что раз люди предлагают, они таким образом хотят отблагодарить, и я просто себя одергивал в голове и брал эти деньги, и таким образом я теперь понимаю, что я могу больше, например, брать, или что есть... Теоретически, да, такая возможность, что мне больше заплатят, чем я, например, этого хочу. То есть просто нужно эти возможности не исключать ни в коем случае. Вот, поэтому я скептически отношусь к этому утверждению или к этой теории. Так что я считаю, что развитие искусства никак не может мешать зарабатыванию и развитию. Леш, ну вот Андрей продолжает этот вопрос, что ссылается на то, что не фотографы, то есть клиенты все равно это не оценят. Андрей, честно, снимаю не ради клиентов, то есть снимаю от души, снимаю для себя то, что мне нравится и как мне нравится. А клиенты меня находят те, которым нравится то, что я снимаю. Понимаешь, что это делаешь, самое главное. И как я это делаю, да, да. То есть тот клиент, который любит портреты в елках, в гирляндах, с собачками на руках, и там, с кем там еще снимают сейчас, с медведями, конечно, он будет искать другого фотографа, кто снимает это. А нас находят. Я тоже боялся, когда начинал коммерческую фотографию, что меня будут... просить постоянно вот эти съемки в студиях с елками, там, ну, понимаете, да, что я говорю. Нет, таких вообще нет. Ни одного не было, и слава богу, и я думаю, не будет. Потому что они видят, что я снимаю, какой я снимаю, и они именно такой хотят. То есть это как раз твой клиент, он тебя находит. Твоя целевая аудитория. Точно. Адекватному человеку по адекватному клиенту. Да, 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 да. Так, бывает так, читай. Живу в Швейцарии, в небольшом городе, здесь вообще нет хороших фотошкол, я самоучка, но очень не хватает знаний про. Я бы с удовольствием хоть прямо сейчас поехал в Швейцарию на мастер-класс, честно. Поэтому я готов, если найдутся люди, способные это все реализовать, я вообще обеими руками за. Вообще у меня стоит в целях на этот год провести обязательно за границей мастер-класс. Ну, конечно, я давал за границей мастер-класс, но я имею в виду, что вот именно в той Европе, которую считают Европой. Поэтому я только за. Ты, Саш, как вообще относишься к мысли проведения мастер-классов за рубежом где-то? Меня звали в Бразилию, меня звали сейчас в Лос-Анджелес, может быть, получится, и меня звали в Китай. Пока не получалось по датам. То есть мне писали конкретные даты, когда надо ехать. Я писал, что у меня не получается, или заработали из каких-то других причин. Второй еще момент, я еще не изучал... не финансовую сторону, а юридическую этих. Так как ты едешь зарабатывать деньги в чужое государство, наверное же надо и визу деловую делать, и вот этих еще аспектов точно не знаю. Я хочу быть уверенным, что все будет со мной в порядке, потому что я знаю пару печальных историй, когда местная полиция и в Германии, я знаю, и в Таиланде брала, извиняюсь за задницу, и организатора, и фотографа, кто проводил мастер-класс. То есть понимали, что сейчас происходит какое-то действие, и, ну, когда там фотографы, 20 человек его слушают, да, или кого-то снимают там на пляже, там, или где-то в студии. То есть, вот. Хочу еще в этом плане проштудировать законодательство, и чтобы понять, ну, просто, Саша, я согласен с тобой, просто я считаю, что нужен человек там, местный, который это все организует, и который будет, ну, наделен, я имею в виду не то, что наделен правом, а который, если это организует, не будет нарушать никакой закон. Да, да, да. То есть это все счета, чтобы и так далее там были заграничные, как правило. То есть пока мне писали люди с предложением, в которых я не очень уверен, поэтому я отказывался. Понял, замечательно. Так, бывает такое, когда на съемке творческой или коммерческой чувствуешь какое-нибудь состояние модели, допустим, грусть или радость, что-то настоящее. Но что может отличаться от вашей задумки или видения? Ну, если вам это нравится, используйте момент. Если нет, работайте над тем, чтобы состояние поменять.
если можете. Вообще, я считаю, вы знаете, мы в 90% случаев мы считываем то, что хотим сами, и то, чем мы сами наполнены в этот момент. Потому что не всегда мы принимаем, например, какую-то грусть, вернее, не всегда мы принимаем правильно какую-то одну эмоцию, да, можем путать, например. Поэтому тут все-таки можно спросить как минимум модель, что она чувствует, да, и уже как-то, ну, направить в нужное русло. Но опять же, смотрите, я, в принципе, не воспринимаю съемки, большинство съемок, где люди просто улыбаются, потому что, ну, это менее интересно, я считаю, чем какая-то более задумчивая, глубокая, да, скажем, состояние человека. И вообще, кстати, Саш, я хотел тебя спросить на одну тему очень интересную. Ты знаешь, может быть, ты встречал, есть такой термин, некоторые люди называют психологический портрет. Просто поскольку я психолог, да, я знаю, что такое психологический портрет человека. Какими критериями должен обладать портрет, чтобы и фотографии, чтобы его называли психологическим, учитывая то, что мы не можем наполнить рисунок никаким состоянием, эмоциями и так далее. Потому что мы будем видеть только определенные характеристики, черты лица, сочетания и так далее. И зритель будет наполнять сам эту фотографию. Я вот про что. То есть, как ты считаешь вообще, насколько действительно существует такое направление, как психологический портрет фотографии? Ну, ты знаешь, я, во-первых, точно не понимаю, что это такое, что они имеют в виду под этим. Я тоже, если честно. Во-вторых, там, может, и психология, ну, как я понял, они имеют в виду, что портрет отличается от стандартного, там, от свадебного портрета, от портрета в документах, там, да, от какого-то традиционного портрета, они имеют в виду, что какой-то, наверное, нагрузка там, какая-то есть, по словам. Да, да, там, да, там, какая-то там печаль, какая-то тоска, какая-то тревога. Вот это типа психологически. То есть я думаю, что это больше к актерской портфолио относится, когда один человек может показать кучу всяких эмоций, да, и ты это должен выцепить. Опять же, как мы говорили, что все это зависит от тебя, как ты это видишь. Как ты это воспринимаешь, чем ты доволен. Да, самую там, может, красивую там и веселую девушку в этот момент ты снимешь, можешь грустно снять, потому что с ней будет сидеть, болтать о чем-то грустном, будет играть грустная музыка, ты ей покажешь пару фотографий, которые ты хочешь из нее выжить, ну, с такой эмоцией, она это сделает. То есть, не знаю, больше всего зависит от тебя в этом психологическом портрете, чем от нее, я думаю. Как, ну, конечно. Как ты, таким что? Смыслом ты наполняешь свою фотографию. Да, да, да. Что первичный такой момент для вас? Или как совместить? Ну, я думаю, мы ответили, насколько возможно. В общем, что для вас важно и ценно? Если вам не нравится состояние, вы с ним работаете. Если вы внезапно поняли, что это интересно, конечно, снимайте. А лучше снимайте, а потом анализируйте. Так вы не пропустите, по крайней мере, то, что могло бы получиться классно, например. Так, после очень негативного отзыва не могу собраться силами и начать дальше фоткать. Обиделась. Подскажите, как снова начать? Во-первых, вы должны понять в первую очередь, что обида – это ваше состояние. И тот человек, возможно, который его писал, даже если он как-то негодовал еще что-то, он на вас никакого прямого воздействия не имел. И более того, не факт, что он хотел вас как-то обидеть. Он выразил свою позицию. Во-вторых, вам нужно принять как минимум то, что вы обиделись на этого человека и на его отзыв. Да? И, соответственно, это точно совершенно никак не распространяется на всех людей, на всех клиентов и на все ваши съемки. Поэтому просто нужно это понять как бы, да, для себя и, соответственно, не опускать руки. И для вас, если это важно, брать и снимать. Потому что вы знаете, что такое успех? Это когда вы 50 раз столкнулись с неудачей, да, и 50 раз из нее, из этой неудачной ситуации ну, вышли. Так или иначе, они опустили руки, не бросили, не остановились. Поэтому тут только один способ есть, это просто брать и делать. И это, не знаю, ничего другого лучше вы точно не найдете. Надеюсь, ответил. Оль, Антон вон нам пишет, коллеги, привет. Так. Привет, Антон. Сколько такого еще будет, это просто опыт, на каждый снимок найдет свой. Совершенно верно, не парьтесь и снимайте дальше. Если бы мы слушали Саши каждого говнаря, который писал нам, я бы, наверное, в 2012 году еще бросил снимать, и сейчас бы мы с вами не общались точно. Поэтому такие люди должны вас, наоборот, мотивировать. Я не знаю. Вы понимаете, что любой негативный отзыв, оставленный человеком, это прежде всего это демонстрация его позиции. Потому что любой
нормальный психологически здоровый человек, если ему что-то не нравится, он пройдет мимо, никогда на это не обратит внимания. Любой человек, который захочет вас как-то задеть, оскорбить, будет действовать с той позиции, что этому человеку самому плохо. И более того, если он, если его что-то зацепило в вашей работе, соответственно, эта ваша работа действительно была наполнена немножко больше, чем даже он хотел об этом написать. Есть такая замечательная фраза, Лех, что не бывает злых людей, бывают люди несчастные. То есть человек, который все в порядке в голове и в душе, он никогда другого человека в голову не придет, чтобы написать и оскорбить. Да, то есть это реально его проблема, а не твоя. Понятно, что вывод какой-то надо сделать, пытаться понять, что ему не понравилось, чем он там недоволен. Да, то есть в любом случае вы получаете тоже опыт, пусть негативный, пусть плохой, но это опыт, и он будет работать на вас, на ваше дальнейшее совершенствование. Не надо руки опускать. Это говорят, не один даже, два мне да, если вам нравится, чем то, что вы занимаетесь, вы кайфуете от этого, получаете удовольствие, занимайтесь ради Бога. Дальше и получайте удовольствие. И пусть это будут самые большие проблемы в вашей жизни. Вот такие негативные отзывы. Конечно. Так, расскажите подробнее, пожалуйста, какие именно особенности съемки на 50 минут. Ну, я рассказал, что при перекадрировании очень легко потерять, например, тот изначальный фокус, на котором вы хотели сфокусироваться. Ну и плюс искажения, да, перспективы, геометрии и так далее. То есть, смотрите, телевик 85 и дальше, то есть 100-135, они сжимают перспективу, то есть подтягивают задний план к переднему. Грубо говоря, плющит лицо. Ширики 35, 50, 24, они растягивают перспективу, и то, что ближе к камере, делают еще больше. Вот сейчас в телефоне 28 миллиметров камера. Вот мой нос сейчас выглядит в два раза больше, чем он есть, потому что 28. Стояло бы здесь сейчас 85, я был бы более привлекательным, как и Леха. Поэтому, я могу сейчас вот отсюда отъехать, вырезать серединку кадра, если бы камера или Инстаграм мог. Мое лицо сейчас было с минимальными искажениями. А тут все-таки 28 миллиметров, поэтому тянется перспектива, тянется края кадра, и то, что ближе к камере, к линзе, к объективу, становится еще больше. А уши уходят наоборот дальше. То есть лицо вытягивается. Лошадиная морда, это что называется. Значит, дисторсия конкретного объектива, насколько выгнута сама линза. Потому что есть, например, тоже 55-1.8, у него минимальная дисторсия там 0,3%. То есть, в принципе, линза сама по себе не выпуклая. То есть, это тоже влияет на то, какая картинка у вас будет. То есть, если смотрите перспективу, есть дисторсия. Смотрите, когда я снимаю на 50 миллиметров, как я вам объяснял, да, что то, что все ближе к камере, становится больше. Я девочек, когда хочу глазки больше сделать, я прошу их наклониться просто немножко вперед. Глаза становятся ближе к камере, и они визуально смотрятся больше, чем когда ты снимаешь на 85 или на 135. И из-за наклона, из-за этого, и из-за 50 миллиметров. То есть вот так. То есть если у модели несложное лицо, несложный нос, небольшой, там не крючковатый, то вполне можно снимать ее и на 50 миллиметров. То есть, а если человек все-таки такой специфический, то что, там вообще противопоказаны определенные ракурсы и определенные линзы широкоугольные. Да. Если, например, у вас у человека у модели узкое лицо, и вы хотите это подчеркнуть, то полтинником вы это подчеркнете. Да, если да, у модели лицо, как у Мона Лизы, то я думаю, вряд ли ей подойдет 50 миллиметров крупным планом. Просто это учитывайте, да, что. Она будет еще уже, да. То есть выпуклей еще и будет. Пришла модель с жидкими волосами, вот у нее объема почти нету. Я надеваю 135, перспектива плющится, шевелюр становится больше. Есть отличная гифка в интернете, как показывает, как меняется лицо в зависимости от фокусного состояния. Вот найдите ее, посмотрите. Плюс еще оптическое увеличение имеет место быть, и, естественно, объект на длиннофокусную оптику, он есть ощущение того, что он скажется крупнее, да, намного, будто он там трехметровый. Потом, смотрите, если вы снимаете портрет в интерьере, вам никак не захватить интерьер на 85, если там, конечно, не огромная студия, не огромный павильон. Поэтому вот Георгий Чернядев снимает на 35, но он снимает портрет в интерьере. Там кровати, лампы, какая-то гостиница, окно. Там на 50 и на 85 вряд ли ты уместишься. Вот, как бы еще исходя из этого. Если вы снимаете портрет в интерьере, интерьер рассказывает что-то о вашем портретируемом, которого вы фотографируете, то вам так и так придется снимать на ширике. Но человечка надо будет помещать уже ближе к центру кадра, чтобы его не вытягивало, не искажало. Вот. Там уже в интерьере вы не развернетесь с 85 и 135. Там надо так. Ты знаешь, Саш, я тебе честно могу сказать, люди все-таки немножко недооценивают 85-135 миллиметров. Они думают, что они уже, чем есть. Потому что я очень часто снимаю в помещениях, например, да, на
135, и на 85, и на 105 миллиметров. Понятно, что это не кухня 4 квадратных метра, да, но тем не менее, есть, например, у меня фотография, где девочка сидит с коленями в кадре с руками. Я ее снял от нее, наверное, метрах в 4, и она влезла, считай, ну вот 3/4 ее роста вышла. Поэтому тут тоже сильно, ну, лучше попробовать и посмотреть, потому что часто, ну, как, мы недооцениваем или переоцениваем наоборот. Не так это и узко, я имею в виду. Я на 200 снимал в помещении среднеплановый портрет. У меня студия метров, наверное, 9-10 длиной, там 135-ки можно по пояс, дай бог, снять. Ну, да больше, Саш, 10 метров ты точно снимешь больше. Леш, ну я ее от фона еще отвожу, конечно, чтобы размыть фон, понимаешь? Если она будет вплотную к фону стоять, то, может быть, она и в рост влезет, да. Но мне хочется и фон, чтобы размытый был, поэтому она от 2-3 метра от фона отступает. Да, оптимально. Плюс я еще стою. Ну, я думаю, все равно, что по пояс спокойно снимешь, даже если 3 метра за спиной будет. Ну, в общем, об этом можно спорить сколько угодно, просто попробуй. Ну да, это инструмент, это такой авторский инструмент, и каждый снимает по-своему, и каждый будет доказывать свою. У меня сейчас популярный 85 на полный кадр. Я тоже больше всего на него снимаю, особенно когда я куда-то езжу, я не беру ничего больше, потому что они тяжелее и больше места занимают. У меня 85-ка-то не маленькая такая. Так, добрый день, купил себе Canon 80D. Что скажете про камеру Canon 80D? Подойдет ли она для портретов, как первая камера? Я считаю, что любая камера подойдет для портретов, неважно, первая она, вторая или третья, потому что, как сказать, уровень вашей камеры не ограничивает вас в съемке объектов, которые вы хотите. Тут даже я не знаю, что вам еще сказать. Что хотите, то и снимайте. И тут камера совершенно... Конечно, конечно. Не нужна дорогая камера для старта. Честно вам скажу. Смысл тратить деньги, у вас может не пойти, вам может не понравиться, сменятся какие-то там вкусы, взгляды, вы другой хобби найдете, а денег потратите, и вам придется продавать уже, терять как бы деньги. Поэтому покупайте самую доступную бюджетную камеру и пробуйте. Люди так, снимают на Гелиусы, на камеры там 5-10-летней давности, вполне нормально себе, знаю таких лично, и все у них в порядке. И они даже не хотят ничего менять самое главное. Да. Да, сколько кадров вы делаете за съемку? Так, говорили уже, сейчас 200-250 за 2 часа у меня где-то так в среднем выходит. Ну, у меня плюс-минус так же. Но вообще я где-то 70-100 кадров в час снимаю. Ну да, тоже как об этом так говорить. Все зависит от того, сколько раз я что поменял там и сколько вообще за час я хочу снять. Потому что если это будет 2 образа, конечно, я буду поливать чаще. Ну, например, да, то есть... Опять же, ну, вопрос конечно. Моего погружения в процесс съемки. Могу и 10 кадров снять. Так, сколько кадров для вас оптимально для отдачи клиенту? Ну, у меня, во-первых, прописано все это в моих пакетах. Раньше у меня не было никаких пакетов, мне советовали маркетологи разные сделать, потому что кто-то может больше заплатить, кто-то может меньше заплатить. Действительно, чтобы было с чем сравнить. Да. У меня 20 тысяч начинается, это 2 часа съемки, 15 портретов. Да, все. А со 45 тысяч там у меня и фотокнижка, и 25 портретов, и у меня 3 модели в кадре может быть. То есть там же ретуши больше добавляется, поэтому я цену увеличу. То есть, да и работы. И работы больше, да. Для меня тоже тяжелее работать с тремя, чем с одной. Вот, поэтому все по-разному. Вот 15 у меня портретов. Кто-то знает из моих друзей, не буду говорить имен, 2-3 портрета отдает за часовую 10-тысячную съемку. То есть 10 тысяч стоит. Это... Ну, в смысле, при плюс-минус. Не ты, Леша, у меня другой человек. Не, Леша, я тоже отдаю 5 фотографий там за съемку. Я отдаю 15, боюсь, потому что народ все-таки как 20 тысяч взять, и там 3-5 фотографий это мало будет, поэтому я отдаю 15. Потому что за 2 часа мы успеваем отснять 2-3 образа, то есть человек... Ну, решил вложиться в такую съемку, то он, как правило, и костюм с собой хочет побольше принести и получить больше разнообразных фотографий. Поэтому 15 не меньше. А так у меня там до 20-25 кадров входит в съемку. Так, какие сейчас у вас тушки? Леш, какая у тебя тушка сейчас? R3. Но я в этом году, Саша, задумал себе купить новую камеру. Какую? Не буду пока разглашаться, какую, но я задумал, поставил себе в цели. Вот, надеюсь, к Новому году реализую. Зачем, Алексей, тебе не хватает того, чего в РТ есть? Там, мне кажется, все, что надо, есть. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что поскольку мы все это делаем для себя, то и
Хочешь лучше иметь? Хочешь лучше иметь? Лучше иметь, я хочу... Нет, у меня другие взгляды. Не то, что перейти, я хочу другую систему. Дополнение. Вот. Мне более чем хватает моей 7М3, то есть мне она очень нравится, нравится и цвет, нравится и ISO высокий, нравится динамический диапазон, что можно ошибиться там на 2-3 ступени, смело все это поправить, без каких-то там косяков. Нравится, что она не мажет совершенно, нравится экран откидной. Экран там хреново, правда, качество в тройке, ну, обычно. Но он откидной, и реально он упрощает тебе, не надо меньше наклоняться, когда ты снимаешь от пояса. То есть ты просто отогнул экранчик, стоишь ровненько и смотришь. Я пока... Незаметно съемки. Да. Спрыгивать никуда не хочу. И 2,4 мегапикселя мне тоже более чем достаточно. Честно говоря, я отдаю даже, когда я сжимаю там 5000 пикселей по длинной стороне. И, то есть даже уменьшаю, бывает, и равки. Не равки, тифки и джипет. Я 2,4 в двух размерах полный изратый. Потому что вообще, по идее, все изображения, которые мы видим, они не больше 2 мегапикселей. ВКонтакте, в Инстаграме. Конечно. Вот, но я тебе говорю, просто я, как сказать, люблю что-то менять, пробовать, и пусть даже не обязательно мне на это нужен запрос, что мне чего-то не хватает, я просто такой говорю исследователь, и мне интересно. Пусть даже за свои деньги, пусть даже не за малые, но, как сказать, ну хочется, ты сам знаешь, это как, не знаю, дорогая книга. Конечно, я не спорю. Если у нас не будет таких целей, которые будут, если у нас будут только цели, которые будут оправдываться нашими какими-то запросами и всем остальным, то где наша, скажем, детская сторона, да, как мы сохраним своего внутреннего ребенка тогда? Да, Такеш Кидан так говорил, да. Главное прожить жизнь так, чтобы всегда сохранить своего внутреннего ребенка, уметь восхищаться, радоваться, даже когда тебе 60 или 70 лет. Круто. Вот даже Такеш Китана, как я говорю. Ты как Такеш Китана. Так, добрый день. Только присоединилась. Посмотрите, пожалуйста, посоветуйте, пожалуйста, объектив для портрета. На данный момент у меня 50 миллиметров. Давайте, вы знаете, как мы сделаем? Все вопросы по поводу техники вы сформулируете в директ. Я думаю, мне и Саше можно написать будет. Саша, ответишь на несколько вопросов? Да. Я просто к тому говорю, что обязательно сформулируйте более конкретно ваши цели, то, какая у вас тушка и какой бюджет, что вы хотите докупить, сколько вы готовы на это потратить. Потому что так можно рассуждать бесконечно, и мы проведем еще эфир на 2 недели, чтобы только вам посоветовать, что вам можно к 50 миллиметрам еще купить. Так, Владимир, недалеко от Москвы, приезжайте лучше к нам. А, это там переписка между... Все понял. Так. Это тебе, наверное, Саш, приглашение. Я-то далеко от Москвы нахожусь. Так, вы где-то учились позированию или это приходит с опытом, в смысле, как ставить модель? Саш, учился позированию? Так, смотрите, раньше для меня все это было дико трудно и тяжело. И действительно, я перед каждой съемкой, и творчески, тем более коммерчески, опарился. Потом как-то все само собой стало получаться. Что меня успокаивало, я скачал приложение Posing App, такое, оно есть и на Android, и на iPhone. Там все, 99 рублей, но стоит там есть все возможные позы. И для мужчины, для женщины, для парочек, и для, не знаю, там, групповых портретов. Я реально в него подглядывал. То есть, сначала мне было как-то стыдно, неудобно. Я понял, что ничего в этом такого нет. Я даже на свадьбах, бывает и сейчас даже, час прогулку снимаешь, а второй час у меня уже просто идеи кончаются, как их поставить, как, куда им руки деть, куда им ноги. Я просто туда подсмотрю. То есть, если вас это успокоит, скачайте его. Но потом как-то набирается потихонечку визуальный опыт, и ты, не знаю, ты держишь эти позы в голове, и все само собой проходит. Вот. Так что я просто считаю, что посохранять все картины, которые вам нравятся, референсов наделайте, и поставьте это приложение, и в него периодически посмотрите. Ничего в этом такого страшного нет. Никто вас косо не посмотрит, ни клиент, ни модель ваша. Вот, как-то так. Плюс есть пару книжек по позированию. Есть Уильям Мортенсон «Проблемы позирования». Старинная книга, по-моему, 1937 года. Но такая же актуальная сейчас, как и раньше была. Принцип книжки в том, что он не говорит, как надо снимать. Как не надо снимать, да. И после ее прочтения вам захочется выкинуть нафиг все свои фотографии и разбить компьютер, потому что он разносит пух и прах и реально аргументированно и грамотно все разносит. Поэтому почитайте эту книжку, она есть в свободном доступе в PDF, и она есть в бумажной версии. Я вот купил недавно себе бумажную, потому что люблю книжки бумажные читать больше. Вот. Как-то так вот про позирование. Леха, твое мнение.
Ты знаешь, я считаю, я вообще в последнее время и, в принципе, меньше всего думаю про позы, потому что я все-таки взаимодействую с человеком, да, и, как правило, у меня достаточно времени, чтобы с ним поработать и что-то из него там выжать и так далее. Потому что, ну, если ты сделаешь дежурную фотографию, она и будет дежурной фотографией. Тут без процесса не получится, ну, круто, поэтому... Я все равно, наверное, буду больше с человеком. Конечно, у меня есть там пара-тройка фишек, там, которые помогут, например, абсолютно всем, да, и, например, такие вещи, которые кому-то подойдут, кому-то нет. Безусловно, у меня какие-то есть такие, да, скажем, в голове шпаргалочки, скажем, да, в своей. Но в основном, конечно, я буду все-таки больше работать индивидуально. Потому что, ну, каждый человек по-разному стоит на земле. Ну да, да, согласен. Не всем все позы подойдут, скажем, ну, шаблонные. Вот. Кто-то худой, кто-то покрупнее. Ну и плюс, мы все-таки хедшоты снимаем, крупные портреты, поэтому нам меньше стоит думать про руки, про ноги там, или про сидячие позы. Они и для меня сложные, честно вам скажу. Особенно групповые портреты, когда там 6-7 человек, я тут недавно снимал семью, для меня это тяжело было. Честно скажу, да. Я хочу поучиться пойти к кому-нибудь именно постановка для групповых. Портретов. Да, согласен. Да. Кстати, красиво, тяжело. Могу вам еще прекрасный пример привести, откуда брать позы. Смотрите картины, живопись, пожалуйста. Там очень много того, что можно воспроизвести, и будет очень красиво. Конечно, потому что все картины, все старинные эти гравюры, и то, что в музеях висит, это все уже временем проверенные вещи. То есть это же классика, это уже состоявшиеся вещи. Поэтому они точно как бы фундаментальные и без ошибок сделаны, поэтому хотите от чего-то оттолкнуться, смотрите, конечно, на классику. Да и вообще, вы интересуетесь качественным контентом, смотрите качественные вещи, посещайте музеи, смотрите фильмы с хорошей операторской работой, слушайте музыку такую классическую. Я неоклассику обожаю слушать, современную классику, которая... Да, очень здоровская. И очень и при ретуши, и при съемке используйте, чтобы расслабить модель. Тоже помогает. Вот так, так, давай дальше, Саш. Так, тебя тут про модель ответили. Так, вы ставите свет на свадебных банкетах. Ты снимаешь вообще? Слушайте, снимаю свадьбы, вспышки две есть и все. Не умею ставить. Ну, хотя я представляю, как это делается, я видел, как это делается. Не ставлю, потому что не считаю себя таким за материалом свадебщиком. Если бы серьезно этим занимался, я бы продал все бы свои фиксы и снимал бы, наверное, на Zoom, потому что Zoom'ами 24-70, 70-200 снимать удобнее свадьбы. И вообще всякие там и репортажные мероприятия. И купил бы себе, конечно, свет мобильный там внешний и расставлял бы. Поэтому тут я не подскажу, не снимаю. У меня две вспышки и все. Скажите, почему у Даниила такие туры? Если вы про Коржонова, то лучше вам его спросить. Ну, я думаю, просто возит иностранцев, и этим зарабатывает, этим живет. И такие цены. Тем более в тур там, как я знаю, у него входит и... перелеты, проживание, все на свете, обучение. Поэтому не может стоить дешево. Ну и плюс учтите, что это дорого для вас сейчас. Да, и я считаю, что если вы чего действительно хотите, то важное срочным не бывает, и вы накопите хоть через год и съездите. Это первое. А второе, возможно, вы станете больше зарабатывать, да, спустя какое-то время. Для вас это дорогим уже не будет казаться. Поэтому человек берет столько, сколько ему комфортно брать за то, что он делает. Поэтому я не думаю, что это дорого. Ну, в смысле, я даже не знаю, сколько это стоит, но я думаю, что для него это комфортная сумма. За меньше он сделает вам хуже, либо вообще ничего не сделает. Ну, у него крутые, реально. Да это топовый человек, действительно, поэтому конечно, даже нечего говорить. Которые с ним ездят, топовые фотографы, и они привозят фотографии даже для своего контента в Инстаграме. Я просто смотрю периодически там, да, вот подписан, кто, например, где снимает, и они в одно и то же время, например, там несколько фотографов, на кого подписан, в одних и тех же местах находятся, ну, потому что оно того стоит. Конечно, конечно. Смотрите сторис, смотрите его видео. Не обесценивайте свои мечты просто сами. Тем более, если для вас это важно. Леш, включи свет в комнате или настроенную на лампу. Я плохо выгляжу. Сейчас мне надо. Так, Алексей Александр, пользуетесь вы экспонометрами при съемках? Не пользуемся, потому что я не вижу в этом смысла, потому что мы снимаем в RAW. Современные камеры позволяют даже ошибаться. Во-первых, они почти не ошибаются по экспозиции. Во-вторых, очень легко можно все поправить. То есть, если вы совсем там на 4 ступени не ошиблись, хотя
у Sony на моей 4 ступени можно вытянуть на низких ISO из теней почти без последствий. Вот. Плюс есть все эти фокусы по глазу и фокусировка, которая отталкивается от лица. То есть, если он нашел, камера нашла лицо в кадре, она сама управляет экспозицию, сама управляет цвет, баланс белого. То есть тут реально упрощается настолько работа, ты просто следишь за ее позой, там, за светом, а за техническим параметром не слежу. Плюс я вообще, смотри, как я снимаю, у меня все стоит на автомате, кроме диафрагмы. То есть, вот если я снимаю портрет с дневным светом, у меня стоит автобаланс белого, у меня стоит авто ISO. Я только управляю диафрагмой, и все, выдержка тоже сама подбирается. То есть режим приоритет диафрагмы. Как он? А у Sony, а V он, по-моему, Canon называется. Вот. В студии, да, в студии все приходится ставить ручками. Там, потому что по-другому все работает, поэтому в студии я выставляю все параметры вручную. А при съемке зимним светом я упрощаю себе работу максимально, потому что я купил дорогую камеру. Какой мне смысл заморачиваться, держать в голове какие-то там, мерить экспонометром ходить, мерить серые карты, баланс белого ходить. То есть, представляете, вы настроили модель на съемку, а вы часть времени тратите на какие-то там... То есть в современном веке, я считаю, это уже все изжило себя. Реально не нужно, да. Это перед моделью, может быть, показать, что я такой крутой фотограф, хожу с экспонометром, меряю серые карты. Мне это не нужно. Когда ты снимаешь, да, каталожную какую-нибудь съемку, когда тебе нужно 1000 кадров отснять с одинаковым точным цветом, там, светом, там, может быть, да, там нужно все зафиксировать, все померить и потом пулять дальше 1000 этих кадров, да, каталожки. А когда ты снимаешь творчество, пусть даже меняется за окном цвет, света, тем я интереснее. Поправлю. Конечно, я поправлю потом все. Либо будет, наоборот, дополнительная возможность сделать что-то нетривиальное, и, возможно, получится. Да, да, да. Я, кстати, тоже, Саш, в большинстве случаев снимаю приоритет диафрагмы, пользуюсь экспокоррекцией, если надо просто. И не понимаю вот этих вот стереотипных вещей, когда, типа, что считается, что в ЭМИ нужно только снимать. Я считаю, что если ты профессионал, ты знаешь, как работает каждый режим, и что он тебе даст. И, соответственно, будешь им пользоваться, исходя из твоей ситуации. Вот и все. Облегчишь себе работу. В первую очередь. В ЭМИ снимаю только с импульсным светом вынужденно, потому что там по-другому не снять больше. А да. Так все, всегда у меня полуавтоматика во всем работе. Согласен совершенно с тобой. Так, Алексей, Александр, пользуетесь ли вы... А, это ты ответил. Сказал, да. Я пока ходил за светом, ты уже так. Здравствуйте, Алексей, в каком? А, в каком шикарном свете я сейчас. Да, благодарю вас. Александр меня вынудил, можно сказать. Нет, вот. она имела в виду, когда ты в темноте сидел. Я говорю, что это ты мне сказал свет включить, поэтому все было круто, ты не понял просто. Ну да. Так, Александр, где можно посмотреть информацию про вашу студию? Посмотрите, погуглите «Просвет студия». Это студия в Москве на Преображенской площади. Я там снимаю 90% всех своих фотографий. Да, и у вас есть уникальная возможность после посещения Александровского мастер-класса поснимать ровно в том же месте, где он снимает. Ну да. Так, вдохновение вам, ребят, спасибо за творчество, ждем новых работ, благодарю. Спасибо. Так, полностью мануальной оптикой пользуетесь, типа Minolta 58.2. Я только для цветочков, Саш, пользуюсь мануальной оптикой, когда снимаю иногда. Ну, сейчас последнее давно не снимал, а вот у меня есть Takumar, полтинник 1.4 и, естественно, Гелиос 44.2. То есть это все мануалы, которые я использую при съемке. Но это только мне тоже отдали Гелиос бесплатно, я попробовал, что-то мне не впечатлило. Ну, такой он специфический, там же он софтит, софтовый, там границы такие размытые у кружочка. Ну, мне не понравилось. Еще и все дела. Да. Лежит, да. Хотел в Инстаграме разыграть его как-нибудь. Валяется уже год. Так, Александр, вы сейчас ушли от свадеб совсем? Или подождите? Нет, не ушел. Если есть интересное предложение или в моем городе, или в Москве, то берусь. Потому что я считаю это достаточно легкими деньгами, поэтому не отказываюсь, честно. Но не заваливаю себя. То есть, когда у меня было куча заказов, и я понимал, что я буду зашиваться, не успевать там их вовремя отдавать, я отказываюсь. Потому что не хочу нагружать, хочу половину года, как я говорил, 3 дня выходных себе каждые 3 дня делать. То есть, вот так вот. Очень приятно, Саш, что свадьба для тебя это не задача, и ты так уверенно об этом говоришь. Нет. У тебя действительно это легко. Это круто. Так, как вы считаете, у фотографа должен быть талант или всему можно научиться? Я считаю, что можно научиться таланту. Потому что все зависит от того, насколько вы готовы уделять времени и сил какому-то процессу, да, либо какому-то делу. И, конечно, если вы будете каждый день вставать и что-то делать в этом направлении, то и талант
соответственно, у вас тоже появится. Ну, я, по крайней мере, убежден, что практически научиться всему можно, если есть желание. Просто где-то сложнее, где-то меньше, да, потому что есть разные предрасположенности, там разные особенности характера и так далее. Разный склад ума, например. Но в той или иной степени успеха достичь можно в любом направлении. Если у вас есть руки, ноги, а некоторых отсутствие рук и ног тоже не ограничивает, и они там и по горам лазят, и путешествуют, и что только не делают. Поэтому вопрос ваших убеждений, вашего мышления, скорее. Надеюсь, ответил. Так, вопрос к Александру. Сейчас изменился алгоритм обработки фотографий по сравнению с двухлетней давностью. И сейчас больше снимаешь с импульсным светом или с естественным? Привет. Снимаю... Обрабатываю почти так же, добавились какие-то плюшечки, которые убыстряют работу. А в целом все основное так же частотное разложение. Как бы. Вот. Плюс стал снимать сейчас чуть-чуть лучше и в Capture One наловчился делать то, что я раньше делал в Photoshop. То есть прога развивается, плюс я сам ее больше изучил, Capture One. И у меня, в принципе, уже подготовка идет почти в нем. В Photoshop я убираю прыщики, управляю прическу, там скулы там могу уменьшить, там, если широколицей модель коммерцию снимаю, попросит человек. Вот. Как бы все так снимать? Да, стал больше, наверное, с импульсным, потому что ограничивает еще работу. Сейчас снимаю вечером, когда света уже нет достаточного. И поэтому снимаю больше с импульсом. Плюс импульс более предсказуемый, наверное. Есть свои плюсы, есть свои минусы у него, но именно коммерцию я снимаю только с импульсом всегда, потому что я знаю точно, что в любое время дня и ночи я в этой студии сниму. Вот человек говорит, я хочу такой же полет, как вот вы снимали вот эту девушку. И я ему точно такой же его сделаю. Ну, в плане света, в плане там обработки. Потому что импульс – это гарантированный как бы свет. А дневной может поменяться, может солнышко за тучку зайти, там баланс белого плавает частенько. Не знаю, как у камеры, у Sony он меняется достаточно сильно. Вот, поэтому я предпочитаю все-таки сейчас больше импульс. Хотя дневной мне тоже нравится, и периодически получается снимать из дневного света. Вот так. Супер. Так. Есть там у тебя вопрос, Саш, на готове, я вот смотрю. Так. Это про кого вы говорили, кто возит фотографов в тур? Есть инстаграм этого фотографа, интерес посмотреть локации. Можете у меня в подписках посмотреть. Даниил Кордон, Даниил, да, Саша, называется? Ну, Кордон у него ник, да. Даниил Коржонов, наберите просто в гугле и все. Вот, а еще видел вопрос про книгу Уильям Мортенсен «Модель проблемы позирования». Уильям Мортенсен «Проблемы позирования», да, да. Она есть в PDF в свободном доступе. Она очень популярная, да. Так, свадьбу снимали фиксами? Да, снимал фиксами, да, у меня Zoom появился недавно, там Ром снимал все фиксами. Бегал с ним, по 150 раз его за день переодевал, надевал, менял. У меня было 50, 85, 135. А, и фиксик был 24 раньше, чем миллиметра. Я хочу себе купить какой-нибудь 24 или 18 миллиметров для пейзажа. Я вот ездил в Швейцарию, когда последний раз в Италию, в Доломиты. На него практически все снимал, на 1.4, на G-Master. Мне безумно понравился. Он вообще, конечно, такой... Лех, я тебе из шириков советую все-таки зум, потому что когда ты находишься на какой-нибудь точке, с которой ты не можешь уйти, а фикс тебя привязывает к ней, ты не отойдешь назад, вперед. Бывают такие места, где ты стоишь на какой-нибудь там утесе, да, вид шикарный, а тебе хочется или шире, или наоборот. Поэтому я понимаю, Саш, понимаю, про что ты говоришь, но мы ездили с Андреем, у которого были все фиксы, в принципе, мы там на месте прям меняли, у нас было 3 камеры на двоих, поэтому проблем, в общем, с этим не было. А так, да, конечно, ты прав, тем более 1.4 для пейзажа не важно, да, а, ну, зумом ты больше выиграешь, чем светосилой, я имею в виду. Это совершенно, да. Я себе хочу 10-18 на кроп взять. 10-18-4. Я был в Китае, я снимал его в Китае, мне он очень понравился. Он маленький, и у меня есть как раз кроп-камера 6400. А в поездке лучше брать, конечно, маленькую камеру, чем большую. Да и тем более, как раз поскольку глубина резкости не так важна, то и на кропе пейзажи снимать вообще отлично. Да. То есть там не так будет глубина. Так, какой бы вы оставить? Я тоже в основном, Саша, снимаю в авто, иногда ставлю на какое-нибудь солнышко или вручную, когда хочу просто потеплее при естественном свете получить. Mm-hmm. А так в авто в основном. Ну и в студии, естественно, руками. В зависимости от того, что снимаю. Потому что когда снимаю импульсный свет, как правило, потеплее хочу, чем с естественным. И у меня там 6600, может 6300 стоит, например, баланс. Mm-hmm. Это солнышко, когда снимаешь дневным светом, да?
когда дневную снимаю в авто, либо теплый ставлю, когда в студии снимаю, то снимаю тоже, скорее всего, теплее. Ну, потеплее люблю такую картинку и ставлю где-то, ну, от 6000. Но это чисто вкусовщина, как бы. Согласен, конечно. Так, задумывались ли вы о среднем формате, может быть, пленочный для... для начала попробовать. Вот я думаю сейчас про средний формат как раз. Вот, потому что очень интересно. Но все средние форматы, которые сейчас продаются, за исключением, наверное, какого-нибудь Phase One или Hasselblad, у них, в принципе, одна и та же матрица. 44 на 33 миллиметра. То есть это кроп средний формат. Это кроп средний формат, да. Это не да средний формат. Ну, он даст, конечно, и диапазона, и перспективу другую, и глубины добавит объемов портрет, ну, в смысле фотографий. Но это не тот полноценный средний формат 6x6 или 6x7, который был на пленке. Вот. Таких пока нет носителей. Ну, наверное, это только вот, я говорю, какие-нибудь Hasselblad или Phase. Там большие можно у них, наверное, большие матрицы. Ну, как вариант, да, Fuji GFX, потому что Hasselblad это та же самая матрица. В 1X1D. Та же самая матрица стоит, что Fuji. Так, как управляетесь с жестким солнечным светом или избегаете его? Я очень долгое время избегал, Саш, пока не начал снимать портретики с бликами, да, ты, наверное, видел. Со всякими трафаретами и прочими вещами. Вот, с этого года начал солнечный свет ловить и использовать еще специально для того, чтобы какие-то блики там на лице еще что-то поймать. Саш, у нас 3 минуты осталось, так что давай там пару вопросов еще ответим. Ты как с солнечным светом вообще дружишь? Стараюсь избегать, не люблю жесткий свет, честно говорю. Люблю солнечный, низкий, закатный. Вот на нем люблю снимать, потому что цвета классные получаются. И когда он сзади светит, и когда он спереди тоже светит, но он мягкий, рассеянный. Вот так люблю. То есть днем, если на улице, я снимаю или рано утром, или поздно вечером, за час до заката. Вот так. Супер. Красивые, мне нравятся, кстати, твои закатные, ну, вот в контроле. Ну, я тоже люблю так, да-да. Я ради них и купил G-Master 135-1.8, потому что там ростовые портреты получаются шикарно. Ну и пластик он, конечно, вытаскивает. Да. Ну. Вообще объектив без недостатков, кроме цены. Цена у него огромная. Но во всем остальном там трудно что-то найти, в нем какие-то проблемы. Он легкий, да, такой прям вообще хороший. Мне тоже очень понравился. Я в Москве был, когда на него снимал, брал. Стоит ли переходить 6400 на А7-2? Я бы не стал переходить. 6400 более современно, несмотря на то, что на кроп. Да, А7-2 маленький ресурс батарейки, автофокус, как попало, работает и так далее. Если переходить, то только на третье поколение хотя бы. Хотя сейчас в этом году, я думаю, А7-4 выйдет, потому что РП-4 вышла в прошлом году осенью, я еще в августе на нее снимал, на инженерный образец. Поэтому в этом году надо ждать обязательно С3 и А7-4. И вроде еще должен на А7-2.0 выйти, насколько я понимаю. А вот 6500 стоит поменять на А7-3 однозначно. Потому 6500 старее 6400, и автофокус там тоже в разы слабее. Саш, что, мы закругляемся? У нас прям минутка осталась. Тут да, закругляемся, ребята. Ребят, извините, на чьи вопросы не смогли ответить. Можете написать там, например, в директ или еще куда-то. Вот, было очень приятно провести с вами эти 3 часа целых. Саш, было очень приятно с тобой пообщаться в такой неформальной обстановке, скажем. Вот, было очень круто, интересно, я прям зарядился сам. В общем, всех успехов, всем успехов. Саш, тебя обнимаю, надеюсь, встретимся в ближайшее время. Спасибо. Все, всем, ребят, спасибо огромное за этот интерес к нашему творчеству и к нашим персонам скромным. Всем желаем удачных кадров. Всего хорошего. Все, пока-пока. Пока.